Эвелис – загадочный бог славян. Он – бог трех миров, бог магии, властитель перекрестков. Эвелис свободно ходит меж мирами и ведает тайну магии. К нему за помощью обращаются волхвы, ведуньи и чародеи. Также к Велису обращаются и как к покровителю домашнего скота. Просят его о материальном благополучии, о защите нажитого от худых людей. Обереги этого бога подойдут только взрослым. Ребятишкам лучше выбрать другой знак. Особо нужны знаки Велеса мужикам и женкам, изучающим северное чародейство. Но подойдут они и для тех, кто хочет защититься от зла или обрести достаток. Есть несколько символов бога Велеса. Все они сильны, но различаются между собой. Так, знак «бычья голова», похожий на перевернутую букву «А», самый известный оберег Велеса. Он подойдет и ведущим, и мирянам. Знак поможет обрести мудрость, уверенность в себе, окружить себя надежной защитой. Медвежья лапа – символ способности Велеса оборачиваться медведем. Такие обереги использовались для защиты от зла. Но они также подойдут и тем, кто хочет усилить свою связь с природой. Триглав и змеевик – это знаки Велеса в ипостаси бога чародейства. Именно они символизируют его способность ходить меж мирами, управлять змеями, творить ворожбу. Такие обереги лучше всего подойдут для развития магических способностей. Если у вас есть домашний алтарь, поставьте там кумир Велеса среди других богов. Он будет символизировать связь между тремя мирами. Выбирайте оберег Велеса, который близок вам, да используйте его во благо.